Приближается праздник для всех, кто любит лыжи. В этом году лыжня России отмечает 40-летие. Как раз в разгар Олимпиады, когда все болельщики прикованы к экранам телевизоров. Думаю, сегодня разговор будет очень интересным. Присоединяйтесь к нашему эфиру. У нас в студии Денис Храмов, директор Шорт номер 3 по лыжным гонкам и биатлону города Владимира, и Олег Канточкин, президент Федерации по лыжным гонкам Владимирской области. Здравствуйте. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Ну что ж, давайте отмотаем, как это было 40 лет назад. Я не помню, наверное, Денис тоже не помнит, да, Олег Александрович, вот те времена, 40 лет назад, насколько популярны были лыжи и как зарождалась лыжня России? Кто ее протаптывал, прокладывал? Ну, если так открутить, да, эти 40 лет назад, Владимирская область была очень популярный лыжный спорт. С тем, что спортивная школа стала отдельной лыжной спорт, школой. В связи с этим была, ну, как бы дополнительная сделана популяризация лыжного спорта, так как ее вывели на окраину на тот момент города Владимира, на Верхнюю Дуброву. Это где общеобразовательная школа номер 32. Ну, для тех времени это было, наверное, конечно, самое место, которое подходило, потому что рядом лесной парк, массив, парк Дружбы, сейчас он называется. И, конечно, были места, которые связаны вот именно с лыжными. И когда началась вот эта праздничная лыжня России, были найдены, так можно сказать, поляны большие в парке Дружбы, откуда давали старт лыжне России. Ну, на тот момент я не знаю, сколько было, потому что мы не всегда участвовали в этих соревнованиях, потому что были вышестоящие соревнования, и они попадали иногда на этот временной показатель. Ну, то, что они были массовые, это говорит о том, даже про соревнования, которые проходили в разряде отборочных различных соревнований, были достаточно большие, массовые. Ну, а лыжня России давала шанс любому себя, как говорится, проявить. Ну, вы в то время уверенно стояли на лыжне? Да, я уже становился, можно так сказать, профессионалом. Профессионалом. Мы уже участвовали в таких высоких соревнованиях, как первенство СССР. А от нашей территории с 80-й на 81-й год сразу в состав сборной команды СССР попали. Это Романова Рисова, Анфиса Анатольевна. Соответственно, туда попал Прокуроров Алексей и мой брат Канточкин Игорь. И через год, вот где-то 82-й, 83-й, во второй состав я привлекался тоже в состав сборной СССР молодежного сектора. Вопрос Денису. Когда вы уже начали свое знакомство с этим массовым забегом? Мое личное участие вы имеете в виду? Ну, я откровенно признаюсь, что как участник я ни разу не участвовал в лыжне России. Да, вот как Александрович сказал, что будучи действующим спортсменом, когда был, да, то есть на этот период действительно это самый разгар пик сезона, когда проходят вышестоящие соревнования, и они проходят, как правило, тоже в выходные дни. И, соответственно, все выходные дни где-то участвовал. Но у меня вообще был большой перерыв до вот этой субботы, которая ознаменовалась, так скажем, ну, лично для меня ознаменовалась событием большим. Я пробежал честный лыжный марафон друзей, 34 километра, это в Гусе Хрустальном, который проходил, да, у меня был перерыв порядка где-то с 2008 года, я вообще не стартовал, и вот решил, благодаря там подготовке отдельным людям, тренерам, которые постарались, вложили меня, вот, поэтому последние годы принимаю активное участие как организатор, наверное. Как вы думаете, в чем сегодня популярность этого забега? Мне кажется, с каждым годом все больше и больше участников. Вот серьезно. Как вы считаете? Ну, я так думаю, что все-таки лыжные гонки, это есть так взять, отмотать историю чемпионатов мира и Олимпийских игр, это, как считается, традиционно русский.
или там российский, как сейчас можно сказать. Эта история доказывает выступлением на чемпионатах мира и Олимпийских игр. И очень много наших соотечественников завоевывали награды. Это и дает толчок и повод для того, чтобы люди равнялись. И, соответственно, смотря на такие достижения, тоже увлекаются занятием лыжного спорта. Ну, как говорят, далеко ходить не надо. Благодаря этому, наверное, и у нас такая стала популяризация в Владимирской области. Потому что наши соотечественники стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, которые прославили наш город, нашу территорию на весь мир. Это, наверное, вот и показывает, что народ любит этот вид спорта у нас, ну и стараются подражать этим спортсменам, наверное. Ну и да, в добавление, наверное, к словам Александровича тоже, если взять не так давнее время, это до пандемии, да, когда посмотреть там по 5, по 6 и более тысяч участников выходило, просто сами люди приходили, с удовольствием участвовали, а это и является, наверное, самой такой большой пропагандой этого вида спорта. Причем людей заставлять не надо, они сами приходят и ждут этого праздника. Потому что Лыжня России – это праздник, а в этом году он ознаменован еще и тем, что сейчас идет параллельно Олимпиада в Китае, да, и параллельно завтра вот очередная там женская гонка будет, и мы уже заняли, наши спортсмены, и золотые, и серебряные, и бронзовые медали вчера вот в спринте, да, и такая большая пропаганда, и Олимпиада, и параллельно Лыжня России, вот это и есть. Как будет организована Лыжня России в этом году? Так, я начну сначала, что сейчас открыта регистрация. Регистрация проходит в спортивной школе, которая находится на базе общеобразовательной школы 32. Это Верхняя Дуброва 2. Вход с торца, там вывеска «Спортивная школа». Вот. Без регистрации нельзя будет принять участие в день соревнований уже? Чтобы не было, так как существуют все равно определенные ограничительные меры, вот, как из опыта прошлых лет, как показывает практика, что до дня проведения самого, до дня старта самих соревнований уже разбирают и шапки, и номера, вот, поэтому до пятницы, то есть сейчас идет регистрация с 9 утра до 17 вечера. Ну вот я сейчас в 18 с работы выезжал. Люди приходят, конечно, мы там двери не закрываем, мы все равно людей пускаем, регистрируем, продолжаем. Да. Условия такие: до 17 по положению всероссийскому, 17 включительно, обязательно медицинская справка. 18 старше. Не обязательно справка, достаточно расписки, но у нас есть заявка, где каждый участник подписывает, что за свою жизнь и здоровье несет личную ответственность. Вот, шапки, ну все элементарно. Прийти в школу, зарегистрироваться, получить шапку, номер и в субботу, 12 числа, прийти на соревнования. Опять же, из-за определенных ограничительных мер принято решение организаторами разбить старты по часу. В 11 часов это будет детский старт, дети 2012 года рождения и моложе на 1 километр. В 12 – 5 километров. И в час это участники с 10 километров, все желающие 2003 года рождения и старше. Вот. Что еще сказать по соревнованиям? Будет организован теплый шатер, но опять же там будут везде санитайзеры находиться. Вход в накопитель, это откуда будет происходить старт, будут находиться волонтеры, измерять температурный режим. Вот. И нахождение в палатках, вот, наверное, просьба к участникам, чтобы опять же обезопасить себя в какой-то степени, да, потому что вирус на самом деле это штука серьезная, находиться обязательно в палатках. Вот, ну, там тоже будут ответственные люди, которые будут это все дело контролировать. А совсем недавно прошло первенство города, да, по лыжным гонкам. Это был как этап к Лыжне России или это было мероприятие школы? Нет, это первенство города, это такое плановое соревнование. У нас мы с прошлого года, да, Александрович, ввели такие соревнования, как
Кубок города Владимира. Угу. То есть и в рамках этого кубка у нас проходит 6 стартов. Чтобы детям было интересно, у них и, ну, там и своя система определенная, там подсчитываются потом по итогам очки и дарятся детям такие хорошие ценные призы. А сейчас в рамках этого кубка проходит первенство города, где тоже победители и призеры определяются в возрастных группах, получают призы, угу. подарки. Как раз вы вот активно посмотрим, приняли да, как участие. Это было? Давайте. А какой восторг у детей, насколько их много там, и как все горят, чтобы быстрее встать на лыжи. 5 секунд осталось. 4, 3, 2, 1. Марш! В преддверии всемирных соревнований в областном центре прошло первенство по лыжным гонкам. В нем приняли участие воспитанники спортшколы по лыжным гонкам и биатлону. Забеги среди ребят разных возрастных категорий прошли на лыжне олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. К слову, именно его имя носит школа. Готовятся в спортшколе и наблюдать за будущими олимпийскими чемпионами. Просмотры соревнований организуют для разных групп ребят с учетом ковидных ограничений. Руководители спортшколы говорят, для юных спортсменов наблюдение за Олимпиадой – это большая мотивация и возможность научиться новому. Для детей это самое огромное – увидеть, как соревнуются спортсмены на высочайшем уровне, посмотреть, как работает там команда спортсменов, посмотреть, как работает команда тренеров, как из других стран все это происходит, посмотреть атмосферу, там, открытие, закрытие, все это красочно, масштабно. Ну, это вот самое большое как бы внутреннее такое продвижение. А пока науку побеждать юные владимирцы осваивают на соревнованиях различного уровня. В первенстве приняли участие ребята 4 возрастных категорий – от 9 до 16 лет. Они соревновались на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. Стартовали ребята попарно или группами. В результате учитывалось финишное время каждого. Выигрывал тот, кто показал наилучшее время. Участие в соревнованиях приняли порядка 150 юных лыжников, в том числе и Мария Недомолкина. Девушки занимаются лыжами уже 6 лет, любят этот вид спорта и планируют наблюдать за ним, а также за биатлоном на Олимпиаде. Личных фаворитов у Марии нет, она будет поддерживать всю нашу команду и считает, что может получить новые навыки. Выносливости, всегда верить в то, что ну, мы вместе там. Всегда будем вместе, и если верить, то можем победить. Принял участие в соревнованиях и Семен Жаворонков. Среди юношей 2006-2007 годов рождения он пришел первым. На Олимпиаде юноша планирует смотреть все виды соревнований, но активнее всего будет следить за нашими лыжниками. У них он хочет научиться технике прохождения трассы и умению распределять свои силы на всю траекторию, чтобы в будущем исполнить свою мечту и самому поехать на всемирные игры. Лично буду болеть за всю нашу сборную полностью, в полном ее составе. За лидера Александра Большунова, Иван Якимушкин. С нашей земли тоже за него буду больше всего болеть, в большей степени. А пока юные владимирцы готовятся к новым состязаниям. Следующее пройдет уже через неделю. 12 февраля в Парке Дружбы состоится всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». И юные спортсмены вновь выйдут на лыжню Прокуророва. В путь к новым победам. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Мы возвращаемся в студию. Много ли сегодня молодежи идут в лыжи, в школу? Много. Угу. Много. Больше 500 человек у нас занимается. И много это или мало? Как вы понимаете? Это очень много. Да. И особенно, вот повторюсь, то, что год олимпийский, и с учетом того, что наши спортсмены ну, прекрасно, потрясающе выступают на Олимпиаде, да, угу. еще больше звонков поступает, возьмите ребенка в лыжи. Угу. Угу. Ну, я смотрю, вы принесли кубок. Да, мы не с пустыми руками. Кто его получит? И за что? Его получат победители лыжни России, вот кубок и вот такие вот красивые медали. Ну, соответственно, я показываю золото, потому что это высшая награда. А здесь вот еще серебряные и бронзовые медали. По опыту все-таки кто побеждает? Мужчины, женщины, опытные или так, новички? Кто лидирует на лыжне России? На лыжне России?
Но так как у нас, опять же, несколько категорий, у нас же есть отдельная категория среди женщин, девушек, отдельная категория среди юношей, мужчин, соответственно, побеждает сильнейший, кто больше всех тренируется, да, Александрович? Да, конечно. А как сегодня федерация работает над тем, чтобы популяризировать этот вид спорта? Либо с популяризацией все в порядке, есть другие проблемы? Ну, популярность, я уже отметил, что это как бы считается традиционный русский вид программы. То, что вот сейчас нам как бы не хватает, но в первую очередь это, вы понимаете, на сегодняшний день лыжные трассы, это не те трассы, которые были 40-50 лет назад. Это была тропинка в виде лыжни. Сейчас современный лыжный спорт, он предусматривает как классический ход передвижения, так и свободный стиль. Чтобы провести тренировки и соревнования, самая минимальная ширина трассы должна соответствовать 4 метра. И не везде это получается проложить, так можно так сказать. Не все власти идут навстречу, помогают. Потому что раньше это было проще пройти, как говорится, тропинку сделать. А сейчас это все становится сложнее. Я думаю, чем больше мы, ну, как бы, построим, или как их назвать, построим, проложим этих трасс, независимо, они не могут быть названы спортсооружением, а просто лыжные трассы. Я думаю, что популяризация и массовость занятий лыжного спорта будет еще больше. Я могу привести пример. Я работаю непосредственно в Добросельском районе. И вот с этого года мы начали прокладывать лыжню в парке Добросельском. Если бы вы видели, сколько желающих кататься по современной, правильной лыжне. Чем это хорошо? Там сделано освещение. И теперь мы, соответственно, прокладываем техникой эту лыжню. И желающих становится с каждым разом все больше и больше. Это вот еще раз доказывает, стоит только чуть-чуть, как говорится, повернуться к народу, и все становится все лучше и лучше. Хотелось бы, чтобы это во всех районах, где есть возможности, вот эти парки, они были облагоустроены. А отсюда становится и мастерство. Если будет большая массовость, оттуда появляются и высокие спортивные достижения. Пример тому, это вот в те времена, когда выросли такие спортсмены, как Романова Рисцова, Прокуроров. Ну, Ольга Данилова, она как бы, мы ее считаем нашей, но ее становление проходило в Татарии. Но то, что вот это вот показательно того времени, сколько народу занималось лыжным спортом. Потому что вот я вспоминаю себя в молодости. У нас, чтобы приехать на первенство спортивной школы или первенство города, нужно пройти сначала свой отбор был. И сначала брали лучших, там 5-6 человек от возраста, и привозили уже на финальную часть. Это вот еще раз доказывает, что невозможно даже было всех объять сразу на один старт. Ну вот лыжня России, она сейчас, ну как бы, дает шанс всем себя проявить. Угу. Приглашаю всех на лыжню России. Кстати, где у нас в области, во Владимире, хорошие трассы? Ну, чтобы 4 метра. Ну, надо. На сегодняшний день, наверное, не изменяет мне память, 5 лет или 6 назад мы открыли в городе Кольчугино, был заброшенный стадион «Металлург». Там сделана даже небольшая роллерная трасса, где-то в районе 1,5 километра со стрельбищем детским, плевмо-стрельбище для биатлона и лыж. Ну и проложена, соответственно, там лыжня правильная. Также у них есть на другой стороне как бы лесного массива проложена, ну они ее называют «Шиболовская лыжня», и в честь него проходят и соревнования. Называется. Вот там тоже как раз сделана такая трасса. Сейчас я вот слышал, ездил, вовсю идет строительство лыжероллерной и лыжной трассы в городе Александрове. Это вот чем хорошо, что оно находится непосредственно прямо в самом почти что городе. В других территориях, так, в Коврове неплохие условия. Если там, конечно, дополнительно можно будет сделать какие-то типа ангары,
теплые какие-то помещения, то само вот это вот, мы его там называем «Черный дол», трасса соответствует, ну, почти что всероссийскому значению, в плане того, что там перепад высот позволяет проводить соревнования, я думаю, на уровне Центрального федерального округа. Ну и в других местах, где у нас популяризируется лыжный спорт, в Муроме, в Вязниках, в Киржаче традиционные соревнования проходят, и там же, пусть она не такая сложная трасса, но достаточно хорошая. А забег лыжней России будет не только же во Владимире, да, и по области, по всей, да, в каких городах ожидается самая массовая гонка? Соответственно, в городе Владимире самая массовая гонка будет. Но, опять же, повторюсь, да, есть определенные ограничения, где мы вынуждены запускать людей блоками по 500 человек, не более того, чтобы, ну, опять же, обезопасить всех участников. В Муроме тоже, я так знаю, они периодически тоже прошлые годы всегда звонили, спрашивали. У них тоже есть своя квота, им каждый раз выдается определенное количество наградной номерной продукции. Вот, и они просили дополнительно, потому что у них очень много желающих тоже участвовать в этом празднике. Ну что ж, я предлагаю вот так плавно от любительского забега перейти к спорту высших достижений. Все мы смотрим и следим за нашими успехами на международной спортивной арене. Давайте об этом поговорим сразу после рекламы. Возвращаемся в студию. Итак, Олимпиада в самом разгаре. У нас есть уже медали, и это здорово. Давайте поговорим об этом, насколько ожидаемы сегодня результаты, которые уже есть, и насколько сильная сегодня наша сборная. Ну, если уже вот отмотать как бы временной показатель, те награды, которые наши спортсмены завоевали, я думаю, что это будут не последние награды. И говорить, что наша сборная будет, наверное, претендовать и в лыжах, я думаю, что и в биатлоне еще выше достижения сделают. Если судить в целом, то вы понимаете, такой вид программы зависит здесь не только от подготовки самой. Это же, когда люди переезжают на другой континент, здесь все зависит от того, что вот даже, видите, сейчас пандемия. Стоит только кому-то что-то заболеть, команда ограничена. И уже даже может получиться так, что вот я, конечно, в это не могу поверить, сложится обстановка, что, как вот произошло в биатлоне, дополнительные запасные люди в последний момент вылетели на Олимпиаду. И даже эстафета может не сложиться. Но это я так утрирую, что для того, что мы-то наоборот верим, что наоборот сложится. Но вот некоторые доказательные уже материалы, они приходят к такому. Жалко, конечно, что вот пандемия в такой спортивный праздник вмешивается как бы. Но это же не мы ее как бы, мы не можем ее просто так как бы сказать, давайте вот на время Олимпиады, чтобы никто забудем не болел. Про нее, да? Да. Это вот, видите, накладывает небольшой отпечаток. Получается, что некоторые спортсмены не сумеют себя проявить до конца. Хотя, какая можно... Пандемия, допинги, все время что-то мешает. Ну, это уже такая, вы знаете, как бы запретная часть, она и сама по себе всегда есть. И было, и будет, наверное. К этому, ну, как бы стараются урегулировать эти вопросы. Каждый после этой же Олимпиады опять будет собрание, люди, которые спортивные деятели, будут собираться, и они же будут обсуждать эти моменты. Как больше себя об этом обезопасить? Ну, это, конечно, и за счет техники, что современные вот аппаратуры появляются, все это быстро отслеживается, это, конечно, большая помощь. Ну и забывать нельзя самим спортсменам, что каждый раз должны знать, что
Если кто-то употребляет какие-то препараты, то они связаны с допингом, то они должны знать об этом. У нас, например, в лыжных гонках, выезжая на большие соревнования, ты проходишь и подписываешь документы, что ты не пользовался тем-то, тем-то, то-то, то-то. А если ты будешь, соответственно, замечен в этом, то автоматически идет дисквалификация. Кто сегодня, на ваш взгляд, из нашей сборной, ну, мы говорим сейчас про лыжи, раскрыл себя, а кто прям вот действительно выдал результаты, да, собственно, на которые надеялись? Ну, во всей нашей команде, всех восьми, можно ожидать любую награду от спортсменов. Конечно, как вот и меня, как президента федерации, больше удивил в этом году тот же Денис Спецов. Вы понимаете, человек, который 2 года после тех Олимпийских игр был с какими-то травмами, не проявлял так себя, ну, как бы, в целом, как до этого он на той Олимпиаде проявил. И сейчас он раскрывается в новой своей вот этой понятиях. Я вот думаю, что он прямо с каждым стартом может преподнести такие, ну, достижения. Ну, про Александра Большунова, это вообще просто уникум наш спортивный, я так называю ее, быть на протяжении того цикла 4-летия и продолжать постоянно выигрывать. Он же стал уже 2-кратным обладателем Кубка мира. Это о чем говорит? Неоднократный победитель, призер Тур-де-Ски многодневки. Это сложнейшее состязание, которое скоро, может быть, приурочат как бы к чемпионату. Как бы многодневный чемпионат мира. Об этом уже разговор идет в ФИСе. А это вот, чтобы медаль была не просто кубком и таким, но она была бы как бы значима еще, как бы чемпионата мира. Тем более в лыжных гонках чемпионат мира проходит раз в 2 года. Не как, например, в биатлоне каждый год. У них как бы в этом плане проще. Можно себя проявить побыстрее. А здесь приходится иногда и подождать. Учитывая, если смотреть на Владимирскую область, у нас, конечно, приятно видеть и болеть мы будем за нашего земляка Якимушкина Ивана. Жалко, что наше руководство или как спортивное и те спортивные деятели не услышали нас, когда мы говорили, что зарождается, может быть, какая-то звезда. И человек уже 9-й год выступает за Тюмень. Там созданы более благоприятные условия, которые, наверное, его устраивают. Угу. Но, тем не менее, приятно. Есть причастность, конечно, Владимирской области. Конечно. Здорово. Да, да, да. Да, есть, еще есть причастность, да? Становление-то произошло на нашей земле. Дочери Анфисы? Ну, дочь Анфисы Анатольевны, Романова-Рисовой, конечно, это вообще просто... Я всегда говорил... И вот сейчас, наблюдая, давал интервью небольшое, она мне показалась вот как будто вот вторая мама, я имею в виду, в плане заряженности на победу, на подготовку. Это вот еще раз доказывает, какая наша Владимирская земля рождает спортсменов. Мне очень радостно и приятно, что я с такими людьми проработал. Видите, да? Да. Да, да. Ага. А за кого вы болеете, Денис? За победу нашей сборной. Это понятно, да. За наибольшее количество медалей в золоте, да? Да. Но, тем не менее, кто-то из лыжников может быть как-то по-особенному близок к вам и наблюдаете за его успехом. Ну, вот как Александр тоже перечислил, Денис Спецов, Александр Большунов, такие лидеры, Артем Мальцев... Он вообще тоже мой земляк, я же с Нижегородской области. Вот, и были сборы и соревнования, когда я приезжал, и мы вместе виделись. Это в то время у него еще отец был президентом лыжных гонок Нижегородской области. Ну, парень действительно уникальный, трудолюбивый, очень целеустремленный. И вот даже сегодняшняя Олимпиада, она показывает, человек, который в скиатлоне не планировал участвовать, и поучаствовал в скиатлоне, занял 8-е, да, по-моему, место? Девятое место. Через день бежал спринт, вышел в финал и занял достойное место. Ну, просто умница. Вот именно, так скажем, нравятся вот такие люди, которые, ну, до конца идут просто.
Сегодня многие спортсмены жалуют, что какой-то особый там снег, который там, да, тормозит всех. Что это за особенный снег? О чем идет речь? Как лыжники, расскажите, пожалуйста. Ну, конечно, есть свое своеобразие. Потому что такой снег, как искусственный снег, он, так мы его называем, очень такой тормозной. Как мы говорим там, едет как по песку. Или некоторые выражаются, едет как по цементу. Понимаете, он очень сухой, и он рассыпается. И если взять, вот посмотреть это в микроскоп, получается столько много вот этих остриев, как бы находится на грани вот этой снежинки, что там трудно подобрать современные даже вот эти смазки, хотя они, ну, много влияют, но это как-то вот становится сложнее. И понимаете, когда снег не такой скользкий, вот здесь как раз проявляется работоспособность, высокая работоспособность, потому что скольжение происходит в кратчайшие мгновения, нету таких скоростей и нету мгновения расслабления. Приходится постоянно себя как бы подталкивать еще быстрее, потому что этот снег тормозит и скоростей нету. Почему некоторые себя, может быть, и не проявляют на сегодняшний момент, как бы европейские спортсмены? Ну, это, конечно, все относительно. Всем снег один и тот же. В это же время все бегут. Кто-то готовился к этому снегу или к такому скольжению. И соревнования же не проходят в разные дни. Все бегут в одно время, а кто уж как подготовит свой инвентарь и сам, это уже распоряжается, как говорят, судьба. И кто как подготовился. Многие жалуются, что еще вот какая-то низкая температура и очень холодно. Нет, это было только первые вот дни. Я наблюдал, когда были там так называемые просмотровые трассы, когда люди выходили на... Так и есть у нас перед соревнованием, нужно обязательно просматривать трассу. Это как бы не может человек ехать непонятно куда. Он должен ее запомнить и, соответственно, посмотреть. А сейчас погода нормализовалась, есть свои нормы, а от них никто, соответственно, не уходит. И если погода там может быть очень низкая, то соревнования или переносятся, или, соответственно, отменяются. Такие же мероприятия могут быть и в биатлоне. Не только из-за мороза переносится, бывает из-за тумана. Останавливались даже соревнования, Олимпийские игры. Просто задувал очень сильный туман, снег. И в поле зрения не было мишени. Проходил эту гонку, ну, как бы, заранее останавливают. И переносили их на другие дни. Сколько еще потенциально золота мы можем получить? Я думаю, сколько что... Сколько дисциплин еще осталось? Вот сколько дисциплин на сегодняшний день существует в лыжных гонках, мы можем претендовать каждый раз на различные награды достоинства. Потому что команда до такой степени сбалансирована, я к чему говорю? Вот до последнего, когда я вот следил за отборочными соревнованиями, как президент федерации, я до конца не мог понять, кто же будет в составе команды. Я вам вот могу привести пример. Даже спортсмен, призер прошлогодних Олимпийских игр Ларьков, не попал в состав команды, хотя он находился достаточно близко. Достаточно близко. И учитывая вот эту конкуренцию, получилась такая сильная сейчас вот сбалансированная команда, от которой ждать можно любых достижений. Любых, я вот еще раз говорю, любой вид программы, я верю, что наши могут бороться за награды. Ну, будем надеяться, да? Про успехи наших воспитанников. Кто сегодня из наших звездочек уже показывает себя, где, может быть, зарождается та самая олимпийская звезда? Ну, олимпийская звезда, наверное, еще рано говорить, но есть у нас перспективный спортсмен, особенно в биатлоне. Вот сейчас сейчас проходит 11-я, по-моему, да, спартакиада учащихся. Вот сейчас ребята из Смоленска, биатлонисты, вернулись, и наша воспитанница София Протокал заняла второе место. Немножко уступила победителю, соответственно, отобралась на финал страны. Также еще один спортсмен у нас, Никита Лукашов, тоже отобрался на финал страны. Вот, ну, так, надежда земли Владимирской, вот, ребята,
Ну, в биатлоне вот самые высокие успехи пока вот такие. Mm-hmm. Ну, в остальном пока говорить, наверное, особенно об олимпийских каких-то таких высоких соревнованиях, наверное, еще рановато. Почему? Но да? Перспективный ведь молодежь. Был период, да, у нас mm-hmm. прокуроров, Данилова, да, Резцовок. Что сейчас произошло? Какая-то прям вот яма или что это? Невезение? Или просто чья-то недоработка? Мое такое мнение, mm-hmm. Вот хочу привести пример нашего, как говорится, спортсмена, своего воспитанника Алексея Слепова. Mm-hmm. Вот когда я приходил к руководству, еще даже не будучи президентом федерации, я еще говорил до Сочинской Олимпиады, что этот человек может выступать на Сочинской Олимпиаде. Руководители на тот момент и области, и города, реакция была какая-то такая скромная. И человек, когда уже достиг какого-то результата, опять не было реакции какого-то, чтобы этого человека, чем-то заинтересовать в нашем городе и в нашей области. Человек выступал параллельным зачетом. Только потому, что не финансировались в полной мере эти виды спорта. Он перешел из лыж в биатлон. Хотя у него были достижения. Он неоднократный чемпион страны по лыжным гонкам. Призер чемпионата мира по юниорам до 23 лет. Член сборной команды на тот момент России. А владимирское спортивное руководство мало поддерживало этого человека. И люди уходят в другие территории, там, где лучше. Соответственно, если есть условия, есть и результаты. Хотя это не всегда, можно так сказать. Вот сейчас я вижу новый какой-то, для себя подъем. У нас сборная команда Владимирской области в составе 10 человек попало на финал спартакиады учащихся. Это вот еще раз доказывает, мы такого результата давно уже не было. Почему? Потому что мы попадали индивидуально, а здесь попала вся Владимирская команда области. А мы заняли второе место на Центральном федеральном округе. Вот будем надеяться, что покажут уже на финальной стадии эти спортсмены. Сейчас готовятся к отъезду делегации Владимирской области на первенство страны среднего возраста. У нас тоже есть какие-то такие предпосылки, что наши спортсмены должны себя там проявить в полной мере. Ну, пройдут соревнования и будет уже, как говорится, результат. Будем надеяться на хорошее. Угу. Ну что ж, впереди лыжня России. Это прям вот уже вот эти выходные, да? У олимпийцев есть еще время, чтобы успеть заработать как можно больше медалей. Давайте с таким небольшим посылом обратимся к нашим телезрителям, ко всем, кто любит этот вид спорта. Может быть, с призывом болеть за наших олимпийцев, а может быть, просто прийти на лыжню России и хорошенько там прокатиться. Денис. Да, лыжня России – это праздник, который уже на протяжении 40 лет, этот год юбилейный, проходит, и люди по всей стране собираются вместе поучаствовать в этом прекрасном соревновании. И я хочу призвать всех прийти, поучаствовать, взять с собой родных, близких, хорошее настроение в первую очередь, вот, и получить эстетическое удовольствие как от самой гонки, так и от нахождения на природе. Ну и в дополнение к этому хочу тоже пригласить. У нас 26-27 февраля пройдет уже 13-й лыжный марафон памяти нашего владимирского спортсмена, олимпийского чемпиона mm-hmm. Алексея Алексеевича Прокуророва, в честь кого названа школа наша спортивная. Mm-hmm. Вот. 26 число это будут старты для детских забегов, а 27-е будут марафонские дистанции. Уже порядка на 50 километров на гонку зарегистрировано, только вот именно на гонку 50 mm-hmm. километров, 130 участников, еще до старта почти 3 недели, и более 20 регионов, то есть практически там полстраны mm-hmm. должны mm-hmm. приехать, да, ребята там сильнейшие, любители. Ну вот, полюбился наш марафон, будем mm-hmm. надеяться, что мы задрали планку с прошлого года и будем стараться ее повышать с каждым годом, привлекать
больше участников для, так скажем, притока, посещения именно нашего любимого города Владимира, показывать наши красоты и показывать нашу трассу. Мы трассу тоже, она у нас улучшается с каждым годом, становится все лучше и лучше. Есть запланированные тоже работы в этом году. Будем надеяться, что у нас все получится. Ну, я поддерживаю все вот высказывания. Еще раз хочу тоже всех пригласить на лыжню России. Сам по себе это самый настоящий зимний лыжный праздник, как я еще раз говорил. Да, мы будем создавать все условия, чтобы всем было там прекрасно, комфортно. Еще раз вот отметить хотел, что трассы у нас обновляются, улучшаются. Я думаю, все испытают удовольствие этой лыжной состязания, прогулки, как ее назвать. Для меня любой участник, который стартует на лыжне России, это потенциальный человек, который приносит радости всему нашему народу. Ну и, конечно, болеем за наших. Да. Им сейчас очень нужна наша поддержка в Пекине. Мы надеемся на золото прежде всего. Ну, а дальше, друзья, уж как лыжня поведет. Они точно знают, что здесь, в городе Владимире, за них переживают, тем более, что есть и наши земляки, которые там себя обязательно проявят. Это был Телефорум. Берегите себя и до встречи на Лыжне России.